Сегодня мы здесь на сыроварне делаем сыр буррата. Это очень близкий сыр к моцарелле. Изначально, чтобы его приготовить, это необходимо сделать сыр страчителла. Сыр, который делается из моцарельного теста, разрывается на очень-очень мелкие волокна, которые в дальнейшем заполняются сливками и выдерживаются некоторое время для того, чтобы это все дело напиталось и получило глубокий сливочный вкус. Это другая семья, она основала эту ферму, съездила в Италию, обучились. Там заключили договора, необходимые для того, чтобы полностью здесь организовать торговую марку. Потом здесь развернули весь технологический процесс, научили уже наших ребят, нас полностью, передали все традиции. Многие говорят, что почему сыр такой дорогой? Ну, во-первых, потому что в одном килограмме сыра минимум 10 литров молока. А самое, наверное, неожидаемое, что может быть, это сами формы. Эти формы привезены из Италии. Вот, их у нас немного. И одна форма сейчас в районе 17-20 тысяч стоит. Сейчас мы находимся в Святая Святых нашей сыроварни. Это камера созревания, специальное помещение, в котором аппаратура следит за температурой, за влажностью. Если эта головка будет лежать только на одном месте, то это придет к тому, что она просто высохнет. Для того, чтобы сверху он не подсыхал и внутри не останавливался процесс ферментации, мы его постоянно переворачиваем. Я бы хотел поблагодарить всех членов своей семьи за помощь во всем этом процессе, потому что без их помощи, конечно же, не получилось бы мне, наверное, ничего. Они, как настоящая семья, да, подставили свое плечо, поддержали в психологическом плане. И, конечно, вот здесь в процессах во всех наших. Мне всегда хотелось попробовать что-то самому, кроме искусства, заняться чем-то. Не обязательно это бизнес в большом как-то масштабе, да, чтобы на всю страну, а где-то сделать что-то свое семейное, что-то теплое.